Здравствуйте! В эфире национального телевидения программа «По существу». Как вы думаете, что общего между городом с экзотическим названием Пафос на далеком солнечном Кипре и столицей Чувашской республики? А между прочим, Чебоксары и Пафос намного ближе друг к другу, чем может показаться на первый взгляд. Дело в том, что в ближайшем будущем эти города могут стать побратимыми. Об этом мы сегодня поговорим с советником мэрии города Пафос Лазарусом Амиру. Здравствуйте, или по-гречески «калиспера». Калиспера, and thank you for the invitation. Скажите, пожалуйста, когда наши города планируют все-таки породниться? Первые шаги в направлении установления сотрудничества и побратимских отношений между городами были сделаны в августе прошлого года в ходе визита делегации города Пафос в город Чебоксары. Вы гостите в Чебоксарах уже некоторое время. Может быть, нашли какие-то общие черты между нашими городами или, наоборот, например, принципиальные отличия? Несмотря на значительное расстояние между Кипром и Чувашией, я отметил для себя большое количество общих черт между нашими городами и между нашими народами. Первое, что нас объединяет, это вероисповедание. И киприоты, и чуваши в основном исповедуют православное христианство. Вторая черта, которая нас связывает, это отношение к культуре и культурному наследию. Мне было радостно увидеть большое количество культурных объектов. Театр оперы и балета, музеи. Но когда они станут городами-побратимыми, что это еще будет значить? Это какое-то особенное сотрудничество, какие-то особенные связи или, может быть, еще что-то? Побратимские отношения являются прочной и важной базой для установления стабильных отношений во многих направлениях. Мы ожидаем многого от расширения отношений между нашими городами. Это будет сотрудничество не только на уровне муниципалитетов. Мы рассчитываем на сотрудничество в совершенно разных сферах. На уровне культуры, образования, спорта и, естественно, бизнеса. У меня состоялась встреча с председателем торгово-промышленной палаты Чувашской республики господином Кустариным. И мы наметили основные направления для расширения сотрудничества между городами и республиками. Мы уже официально пригласили мэра города Чебоксары посетить наш город в дни проведения фестиваля оперы. Это великое событие для нашего города. Во время проведения фестиваля делегаты вашего города смогут не только насладиться празднованием этого дня, но также обсудить направление сотрудничества. Ну что ж, спасибо большое. Получается, вы к нам и мы к вам. Ну а я напоминаю, что рассказывал о своем городе и делился впечатлениями о Чебоксарах советник мэрии города Пафос Лазарус Амиру. До свидания.